Всем привет! Мы сегодня продолжаем избавляться от вишни. А также у нас сегодня взошли редиска. Да, только редиска, по-моему, у нас взошла. Сейчас я вам покажу. А еще у нас рядом соседи. Соседи с нами рядом. А через один участок тоже начали ухаживать. Жаль, только рядом с нами никто не работает. Вот в округе нас нет ни одного участка, который бы начали за ним ухаживать. Так что сегодня мы продолжаем выкорчевывать вишню. Сейчас я вам покажу. Как у нас зашли эти? Зашли, да, редиска. Вот одна грядка с редиской только пока взошла. Вторая потихонечку. Но больше всего вот одна грядка вот эта взошла. Маленький росток. Здесь мало очень, но тоже потихонечку. Вот один. Ну, второй пока. Да, но здесь тоже оно постепенно все появится. Тут, в общем, мы перекапывали опять море корневищ. И вот сейчас, пока трактор не у соседей, мы решили часть опять скопать. Там море вишни осталось. Хотя мы здесь грабли, чистили. Эти корни у нас прям глубоко внизу. Сейчас будет повтор. Только вот верхнюю часть мы будем брать. Вот эта территория полностью. Сейчас разровняется наша яма. Дальше уже будет проще. Потому что выкорчевывать каждый корень очень тяжело. Thank you.
теперь перед нами задача. Все, что спахали, нужно очистить от травы, от корневищ вишни. Корней море опять вышло. Первый раз прошли так глубоко. Ну мы же еще равняли, пока граблили-то. Сейчас. Еще. Ну первый раз очень много корней тоже вышло. Рядом с нами участок скопали 20 соток, вот, который я в начале видео записала. Там 20 соток, но там просто трава. И, то есть это действительно без проблем. Человек вскопал, через какое-то время приедет, мультикультиватором все это обработает, и все, тема закрыта. А у нас же из-за этой дикой вишни и торна приходится по 2-3 раза перекапывать. И еще помимо, эти корни постоянно разрастаются, мы за ними просто даже не успеваем ухаживать. Вытаскивать их. Достаточно, не знаю, месяцев. Мы сегодня уставшие уже. Аделина тоже уже устала. Вечер уже. Мы очень много чего сделали, но очень много. Осталось еще корней в земле. Так что предстоит еще большая работа по устранению корней. А теперь всем пока-пока. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик вот здесь. Всем пока-пока. До новых встреч. Для просмотра длительности видео подпишитесь на наш семейный канал.